Ой, какая-то собака к нам подошла. Очень похожа на лабрадора. О, привет! Ты знаешь Шелли Ди? Ух ты! Привет, ты мой хороший! Всем привет, ребята! Я Элли Ди, и сегодня я кормлю бездомную собаку, которая очень-очень похожа на лабрадора, и она еще и команды выполняет. Я не знаю, что это такое. Он очень классный. Он выполняет команды. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Молодец. Какой он молодец! Вы посмотрите, он сейчас получит еду. Ой, посмотрите, он готов. Он прямо готов выполнять команды, ребята. Посмотрите, сейчас мой любимый, моя вторая половинка, которая тоже любит домашних животных и помогает бездомным животным, сейчас дрессирует его и сейчас откроет банку с консервами крутыми, с консервой, большую банку, реально большую банку с консервой, как раз ему прям под масло. Обратите внимание, как эта собака похожа на лабрадора. Я не знаю, это что-то с чем-то. Ой, ой, какой ты глупенький, он прямо хочет тебе лапу дать. Это очень круто. Ну, открывай. Ой. Перевернул тарелку, ну потому что он очень хочет кушать. Ой, ребята, там такая большая банка с консервами, вы себе даже не представляете. Ух ты, посмотрите, какая большая, он очень хочет, он уже все понял. Какой ты хороший. Ой, какой он слюнявый, боже ты мой. Эй, дай лапу. Ой, ну дай еще мне. Ой, молодец, ой, бравушки, ой, умница, хорошо, молодец. Открываем баночку. Ух ты! О-о-о. Тебе немного будет, деточка. Во-во-во, полегче. Ой, нужна, кажется, ложка, держи. Он ждет. Так, нет, ждать. В общем, собака оказалась не очень голодной, может быть, она местная, где-нибудь здесь живет, на стройке, здесь очень много стройки, возможно, это так и есть. Ну ты даешь, дружище. Или он очень обрадовался, что мы ему просто уделили внимание и, так сказать, как-то так. У нас очень замерзли руки, блин, и что мне делать теперь с этой баночкой? Опять ты просишь то же самое. Зайчик, это же то же самое. Ты служить просто хочешь, да? Ты мой хороший. Ты мой сладенький, ты мой хороший. Такой красивый большой пес. У него голова больше, чем моя в два раза, ребята. Ой, 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 уютно. Ты скажешь что? Что, может мы отнесем туда подальше тарелку? Нет, нафиг. Он же может броситься? Ну, мало ли, мы же не знаем, по какой причине он на улице. Масечка. Кушать, кушать, ты мой хороший. Хвост виляется, скажи. Виляешь хвостом, да? Ничего ты не кушаешь. Я бы даже съела, если бы я была на твоем месте, дружище. Не голодный. Ну, может быть, потом поест. Ладно, поехали спасать остальных животных. Ю-ху! Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, а мы с вами увидимся.